давних пор так сложилось, что именно женщины составляют подавляющее большинство работников отрасли легкой промышленности. И кого как не их, тружениц швейных предприятий Ульяновска, которые одевают весь регион, поздравлять с Международным женским днем. Первым это сделал губернатор Сергей Морозов, посетив фабрики «Русь» и «Бастон». Кстати, я хочу вас не только поздравить с этим замечательным праздником, который в любом случае мы олицетворяем как приход весны, но и пожелать вам всем и счастья, оно у вас свое у каждого. Производство легкой промышленности развивается и модернизируется наряду с другими предприятиями Ульяновской области. Что немаловажно, появляются и рабочие места для молодых специалистов. Новые кадры с удовольствием проходят обучение и работают по специальности. Юлия Майданова осуществила давнюю мечту стать швеей и уже проходит практику на фабрике «Русь». Ну и стаж, и учеба, и все, и все. Ну и зарплата приличная, и график устраивает с 8 до 5, мне устраивает как раз. Известное швейное предприятие «Бастон» еще в прошлом году заметно расширилось и стало еще современнее. Почти 70 миллионов рублей вложено в техническое оснащение и постройку новых цехов. Мы в прошлом году построили два здания, закупили оборудование. Сейчас идет установка полной линии влажной тепловой обработки. И надеемся, в 2018-2019 году у нас будет только подъем. На достигнутом промышленной площадке останавливаться не собираются. А долгосрочный и устойчивый рост отрасли позитивно скажется на благополучии региона в целом и работников в частности. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.